Сегодня участники молодежки Общероссийского народного фронта провели рейд по дворам Бердска. Поводом стали обращения местных жителей на горячую линию по вывозу мусора. Активисты проверили состояние площадок и провели опрос, насколько люди информированы о новых правилах сбора бытовых отходов. В некоторых подъездах не было объявлений с указанием номеров телефонов регионального оператора, а у одного дома прямо возле входных дверей стояли полные мусорные баки. Такие рейды проводят постоянно, и многие нарушения удается оперативно устранить. Оперативно отреагировала власть, вывезли вот этот вот мусор. Да, во-вторых, здесь нет никаких информационных табличек, какой управляющей компании и какой рекоператор обслуживает их. То есть мы сразу же договорились о конкретных сроках, когда эта информационная вещь появится здесь. Вот. А то, что власти города Бердска идут нам навстречу, я считаю, что это правильно, потому что это обоюдный интерес, чтобы людям на месте фактически жилось хорошо.